На этом давайте погнали за тебя поиграем. Ой, возьмем скидочную сковородку тебя. Щит, наверное, брать не буду. Кроме огненного и морозного мага есть еще интересные. Не особо. У него есть банан, он выиграет, скорее всего, это. Меч огненный с бананом сильнее, чем бесполезная сковородка. Я и в свинку пошел, как бы. Можешь попробовать ранний огненный даггер. Может, молот придет. Свинок поразбиваем. Или не придет второй меч. Легко пришло, легко ушло, да? Так, сделать так. Еще хуже. Свинки, а. Ранний банан, кажется, слишком боем. Мог бы сделать, типа, выпадает с второго-третьего хода. Кстати, о банане, который я тоже только что взял, да. Жесть, лучник на этом рейтинге. Окей. Я точно хотел факел делать? Наверное, хотел попробовать, да. Я редко делаю факелы, ну, сейчас, наверное, хотел тестануть немножечко. Вторая заточка имба. Это типа PvP? Да, это PvP. Ты сражаешься с другими другими игроками, которые тоже собрали свои собственные билды, но не в прямом времени. Типа вот здесь ник. Тут, а в основном одни китайцы, их очень много играет. Наверное, на высоких рейтингах, не знаю. Что-то я его просто уничтожил. Мог бы взять еще одну свинку. Так. Меч огненным делаем, факел есть, кайфово. Что я пойду? Да хрен его знает. Хочу я кастомер карту брать, вроде нет. Вообще не Лина из дотки, но прям не похоже. Конечно. Ну, пока сильно. Ну, один банан плюс два хороших оружия. Это всегда гигастарт. Камни нет, второй банан перебор. Одного обычно хватает. Яд по скидке. Ягода. Яд года. Только стартов батл активаторы, да?
Вот у чела Губерт. Но нет, нет факела. Два банана. И у него есть Бернинг Квал в мече. А, плюс факел хорош. Я возьму тебя, чтобы не попалось, не знаю. Если это вообще так работает. Фул Губерт с перчиком. Ух. Флейту в помойку. Ядик в помойку. А, тебя мы переносим сюда. Губерта мы ставим сюда. Продаем камень. Продаем один огонек. Щили Губерт. Стальной с молотом, ножом. Кажется, я знаю, во что он выйдет. Птица ранняя. У него маны нет. Кто юзает молотки без маны? Ты проиграл. Без маны, я сказал, без стамины. У него стамины нет. Стамины, стамины, да, конечно же. Блин, капов резилиенс прям классный. Вот вместе они вот когда приходят. Может быть, сейчас в принципе пришел Corrupt. Давайте выйдем в воскрешалку. Шапку, наверное, запихивать его не буду. Мана не нужна. Кстати, мана орб тоже. Тут видите два варианта. Либо я в Corrupt иду в воскрешалку, либо я иду в огонек через мана орб. В принципе, выборы неплохие. Ну-ну. Шапка как будто против хиллеров, норм тема. Усиленная шапка офигенно против любого мага. Потому что, посмотрите, оппонент получает баф, 15% шанс не получить его. Оппоненты получают по 30 огня, по 50, по 80. Это же супер, супер сильно. Не хватает приложухи, как в Hearthstone, чтобы на предмет смотреть. Да, могли бы озаботиться сделать к релизу, я согласен. Так, нечто похожее. Блин, у него драконий корп есть, я скорее всего проиграю. Хотя у меня Губерт. Возможно, его криты будут чуть слабее, чем мой прохил. Еле-еле. Блин, по скидке Frozen Flame. Ну, я совсем не во Frozen Flame хочу. Я хотел в Ashbringer уже пойти. Что-то у меня дофига сумок и нифига всего остального. Так, я понял, как это делать, чтобы было правильно. Сейчас мне нужно двинуть огненный. А, или... Не, разницы никакой. Это то же самое, что было снизу. Тогда так. Выкладываем огонь. Это же что оно? Reincarnation deal damage. Еще неплохо встала. В
Группировать не планируется. Ну раз они к релизу не выпустили, то я думаю нет. Боюсь, что вряд ли. Блин, у этого сан-армор есть. Я его, походу, не пробью своими ружками. Я не знаю. Банан у него один, но и меч у него один. Блайндухи навесил, неуязвимость полутал. Даже до фатига дожили и все равно не выиграл. Жалко. Ананас сейчас плохой предмет. Что забавно. Ну, факел, конечно, 0.7. Этого жрет. Под факел надо, надо больше стамины, да? Тианданчи. Тианданчи, это я. Софель, спасибо за... Блин, может, святое оружие? Оружку был смысл взять. Спасибо большое за ресапчик. Спасибо. 10-й месяц. Фенсинг. Рапира. У меня одни сумки. Мне не падает то, что надо. Мне падают только сумки. Я не знаю, что мне делать. Сейчас. Так, она сколько дает за 4 слота? 8. Слота 6, а это дает 5. Ясно, давай так. Кушать ананас? Так, да, прикол в том, что ананас сейчас плох, потому что попадется мне маг с огненной сферкой. К счастью, огненной сферки у него не было. Зато у него есть феникс, обсидиановый дракон. В принципе, так-то ананас еще хиляет на 3. Вот это хорошо. Угу, найс. Так, ну получается... А у тебя какой темп-то? А, ледяной. Ну ладно, ледяной щел, который еще не нашел льда, это... В принципе... Это я возьму. Второй Corrupted Crystal. Блин, на второй, возможно, есть смысл. Подождите, Corrupted Сердце. Которое стилит бафы. Такой же Dark Item. Так, давай пока что мы так тебя сыграем. Пинг X1. Здорово, незаметно. Лен или кто-то еще не будет модерить регламент, например, F10 Zen Anarchist, нужно запросить доступ. Будем на стриме разбирать новые правила. Насчет новых правил не уверен. Насчет запросить доступ пока что... Никто особо не это не соглашался, что очень грустно. Я думаю, клич в Дисе еще дать. В Дисе говорю, в этом наоборот. Давайте, наверное, все-таки шапку сделаем. Тут клювей на одну ячейку. Смотри, можно еще вот так вот сделать теории. Дудку запихать вот так. Сюда еще тогда один огонек. Свинку левей. Да нет, наоборот. Свинка отлично стоит. А, стоп. А вот со свинкой-то сейчас она дает меньше статов, чем... Чем огоньки. Поехали, попробуем. Угу. Еще один сан-армор.
6 фриз на меня накидал. Тоже ледяной, которому не повезло. Я не знаю, нет смысла выходить во Frozen Flame, если ранний Хангер, этот Хангер Блейд не налутал, мне кажется. Там совсем ошибка. Как же факела много урона по сравнению с мечом, кстати. Он всегда, он топ по урону вообще. Ну да, Торч дамажит больше. Драконий корп. Который мне, конечно же, тоже нужен. 5 критов. Меч должен быть направлен на оружие. Всегда вокруг себя был. Контейнер попробовать. Это штука. Ну, по скидке Тарквилу надо брать. Не, вторую шапку в смысл. Со свинкой поменять не хочешь? Хочу, кстати. Хорошая мысль. Я забываю о том, что нож можно качать. У меня здесь в голове нож как чисто как самостоятельный прок под теми же бананами. Стамина, кстати, не особо заканчивается, потому что флейта еще есть. Блин, берсерк меня сейчас, видимо, вынесет. Наклс плюс перчатки. Плюс ножи жестко, 18 этого. Феникс нужен. Феникса пока нет. Вот хороший слот, да, для свинки. Вообще идеальный. Для свинки, говорю, для птички. Сам все лантерны только на реинкарнации работает, да? Это крутейший активатор, но... бананы. But bananas! Дарк сердце, быстрый активатор под шлем. Почему под... уже забирает их. Шлем. Два феникса. И Дарк Лантерн. Я его победил. Они у него что, одновременно что-то сработали? А что, подожди. А где... а, что? А сколько раз он воскрес? Вот начинается битва. Первый раз он воскрешается от Феникса, да? Теряет весь свой хит. 13, да, теряет весь свой... а почему он первый раз воскресился от Феникса, а не от лампы? Он потерял весь огонь, не я его забрал. Феникс раньше поставил. Нет, это так не работает. Вторая активация лампой. Здесь лампа. То есть два феникса сработали первыми. Ну, в основном сам себя здесь убил, судя по всему. Reincarnated with Dark Lantern. Оп-оп-оп.
Может, фанипаки под сердце и как-то под губерта. Сердце раз в 4 секунды прокает. Не очень просто будет это сделать. Разве что оружки убрать полностью в другую сторону, может быть. Типа... один слот выше губа поставить. Лабу. Что должно быстрее бить? Факел или... наверное, факел. Вот лист 15, получи больше этого. С другой стороны, вот так вот. Меч имеет шанс полутать. Так оружки ускорялись, а так сердце. И что лучше? И то, и другое. Второй феникс не прокнул, потому что просто огонька не было. Кстати, возможно. Ну, я говорю, меня больше расстраивает сам факт того, что фениксы прокуют до лампы. Я почему-то думал, что у меня было наоборот. Я мог быть неправ. Святая броня. Смотрел твой обзор на предметы, будешь ли переснимать... Слушай, я думаю, что с количеством предметов, которые в игре есть сейчас, обзор на предметы будет... займет примерно... все время мира. Не уверен, честно говоря. Не уверен, что буду переснимать. Нет. Я понимаю, что нету все еще русского языка, и в принципе был бы смысл. На стриме сделать это не так уж и сложно, но... ну, вряд ли, на самом деле, вряд ли. Лучше дарк броня. У меня нет камней для дарк брони, и святая броня все еще очень-очень сильная. Роваркс. Привет. Три звезды, побольше звезды. Второй банан никуда не запихнуть. Патч баланс был какой-то, тут релиз был. Два новых перса. С огромным количеством всяких шмоток. Так, драконы меня почти мгновенно выбили. Рефай, хит, неуязвимость. Сердце довольно медленно забирает статы, но я выиграл. 10-12. Бёрнинг Торч все еще больше урона, чем меч, но у меня сейчас меч в этом баках, поэтому он довольно неплохие цифры нанес. Лонкраун нет. Еще один нож, вряд ли. Подкрутки зрителей в Геншине в среду. Полагаю, что нет. Что там крутить? Чиори? Я не хотел в Геншин заходить. Не планировал. Где-то можно еще бананчик добавить. Вот так вот. Сюда бы еще вместо птицы, под птицу нож поставить. Для этого понадобится какой-то слот.
Зелькоп. В смысле, эту. Ну, мне кажется, что бананы чуть получше. Бананы сейчас получше будут, чем зелька. Не знаю. Скайп. Они все-таки под ско. Нет, смотрите. Почему зелька не работает не очень хороша в билде магички? Мы же набираем огонь хотя бы 30. 30 огня это 60% скорости. 60% скорости на банан это проки раз в там 2,5 секунды. Банан дает единичку стамины каждые 2,5 секунды. Зелька дает всего 4. Даже если ее апнуть, это будет плохо, и это будет ошибка и трата денег. Единственное, что это сэкономит, это один слот. Я вроде всех персов хотел собрать в Геншине. Хотел до тех пор, пока... До тех пор, пока игра не перестала быть неинтересной в плане боевки, и все эти персонажи оказались бесполезны. Поехали дальше. Блин, все еще без единого Феникса. Чего, Кальцифер? Сейчас мы его огонек-то заберем себе. Сейчас мы его огонек-то... Нет, подожди-ка, я вообще другие эти забираю. Нулифайт. Шапка работает. Вот против таких ребят, которые все еще играют на Кальциферах. Heart of... даже не Heart of Darkness, а Cap of Discomfort. Супер топ. Гига кайфовая штука. Есть куда это поставить? Есть сюда, например. Вор, это я. Вот и Феникс. И внезапно я не знаю, нужен он или нет. Наверное, да. Смотрите, идеальный слот под Феникса. Но его надо ставить рядом с мечом. Кинжал надо выкидывать, потому что кинжал жрет статы. Лучше сердце простое уже. Зачем мне простое сердце? Никс не прокает пассивку, щитака обьют. Нет, нет, он огненный. Мне кажется, надо выкидывать Molten Dagger, чтобы нам хватало скорости на все. Блин, ну здесь вот прикольный стак Феникса, но... Мне кажется, что мне надо его вот сюда вот запихнуть. Чтобы он мечом качался. То, что некуда вставить, это грустно. Может быть, я как-то могу переделать эти слоты под банан. Могу ли? Здесь еще нож усилялся, ускорялся. Сердце 80 макс хп точно даст, а это мощнее прок лампы и надежнее, чем Феникс, оставшись без огня. Как он точно? А, ну да, даст за скорость. Не знаю, может быть, ты и прав. Может быть. Может быть. Gain one hit for each holy item. Решила все проблемы. Или не все? Просто не хочу так делать. Не уверен, что...
что я хотел там делать. Прикол в том, что это все еще минус слот для банана. Почему мне так сложно уместить один маленький банан? Если я переставлюсь, кстати, так, ничего хорошего не произойдет. Ладно, гутак. Кстати, тут еще свинка. Фанипака под птицу. Один под Феникса. Можно, кстати, так сделать. Я еще ускорил птичку еще один раз. А, я думаю, все уместилось более-менее. Единственное, здесь двух огоньков нет. А, нет, нет, стоп! И вот этот огонек должен был быть тут. Минус 10 урона при воскрешении. Смотрите, а у меня первый лантерн сработал, а не Феникс. Это гигаважно. Видите, Феникс все-таки топ. А почему? Они типа бэкпаки в данной ситуации срабатывают сверху вниз или как? Или потом, реально потому, что я его первым поставил? Это разве так работает? Блин, не последил за манной. Нужны мне бананы все еще или нет? За стаминой. Нужны фиолетовые камни. Ага. Есть еще один Феникс. Которого ну вообще некуда пихать. Разве что вот сюда убрать нахер флейту. Я сейчас послежу за стаминой, посмотрю, как у меня дела, и подумаю. Вытащи лампу и опять засунь. Если Феникс первый сработает, то, видимо, важна последовательность попадания в сумку предмета. Давай попробуем сейчас, реально, интересно. О, топор с Corrupted кристаллом, который в целом плюс-минус контрит воскрешение билды. 7 скорости. Файт. Нет, я воскресился лампой. Ну, может быть, видимо и правда. Вау, я все-таки победил топор. А сильный топор я победил? Давайте смотреть. Вон у него под перчатками. У него 2 драгонскейла. У него Spiked Collar. Откуда на нем 10 блайндов? Heart of Darkness? А, Dark Lantern. Слева направо или сверху вниз? Ну или да, или у меня реально Lantern первый попал в эти. Безрубиновый, не сильный. Ну, сыры, одни перчатки. А, не, не безрубиновый, у него банок нету. У него нету желтых банок. Вот это вот ему нахрен не нужно, хард-контейнер, даже если по скидке купил. Купил первым, то первее работает. Ну вот, может быть, может быть. А, может быть, может быть. Чё, купим тогда второго Феникса? Блин, а чё у нас со стаминой было? Кто-то увидел? Скорее всего, заканчивалось. Хотя хз. Блин, давайте тестить. Не так часто в целом попадаются два Феникса, чтобы вот так это делать, да?
6 клевером на дуделе. Клевер местами довольно полезен. Огня хватит на 2? Нет, конечно. Ну, что за вопросы? Блин, мне не нрав... Стоп. А, тут по-другому никак. А тут по-другому никак, наверное. Если только на один выше, но... Поехали, пробуем дальше. Персона нужна мана через топор или нет? Вообще не нужна. Так, кальцифер. Кальциферу мы нулифаем шапкой усиления. У него есть обсидиановый дракон под двумя мечами. Два бернинг меча. Клево, но куча чили, корона. Мне кажется, что я сильнее. Вот корона может еще зарешать. Блин, у него тоже Heart of Darkness. Нет, стамина все-таки заканчивается. Одного банана мало, флейты не хватает в этом плане. Но я на втором воскрешении выиграл. Ботиночки. Удача, сила, ванс. Глянули порядок воскрешений, все еще этот было. Шлем вертикально слева, а и что он даст? Вернее, не так, и куда я буду этот пихать? Сердце. А, типа, ну, вот так вот. Не, ну это понятно, тут вопрос не в этом. То если я найду последний камень, будет сильно, конечно, да. Два фанни-пака на броню и банан. Может быть. Нужно еще фанни-пак вкупить вот сюда вот. Во флейту. Блин, еще один драконик. Вау. Я очень сомневаюсь, что мне хоть что-то сделал Блад-амулет. Чем ты там? Два с половиной КД, два с половиной КД. Вот вампирка не уверен, нужна ли вообще. Скорее всего, нет, последний раунд. Ну а что я вместо нее найду, да, допустим? Это 20 макс хп, кстати. Я ее не помню, я ее по скидке покупал или нет. От дудка и фанни-пак не так. Почему? Через минуту продаем второй банан, а под него места нет. Поэтому... Таков путь. Таков путь бананом. По скидке была, ну тогда... Есть смысл ее оставить. Следующий раунд, знаю, вижу. Дракончики. Всякие пойзаны сейчас меня будут потихоньку убивать. Воскрешение первое Dark Lantern'ом есть. И у него нет воскрешения. А у него, подождите, он вообще не реснулся фениксом? А, он реснулся фениксом, я просто не увидел. Или, подожди. Да, он реснулся, это где-то перед концом битвы было 22. Осталось. У меня еще 2 воскрешения фениксами было. Ну, 1, по сути. Не, ну 2, у меня достаточно много генерации огня. Блин, я что-то сильно полюбил Dark Lantern больше, чем этот. Во-первых, шапка тащит. То есть, сейчас, gained, removed, used, не, подожди-ка, не туда смотрю, hit, chili, gubert, gained, removed, дракончики с него сняли или забрали с меня, 22, не, использовал феникс 22, а где шапка, подожди-ка, а где нулифай?
Здесь же должна быть эта инфа, нет? Removed hard. Это с меня или с врага? Ремовые дебафы еще уменьшает хил от драконов. Your opponent's healing is reduced by 3. So, в этот момент я, кстати, это... А, ну, кстати, это клево, но эта шапка не дает защиту от станов, получается, и критов. То есть, все-таки вторая шапка имеет смысл. Желательно каменная. На реген смотри. Почему реген? Removed. Это же прям любые бафы нулифает, ну да. Феникс забрал 22 хита. Моя шапка сколько забрала? Здесь же раньше была вкладка нулифай, я же точно ее сегодня видел. Замечательно, балдежно. Да, темный Феникс хорош. 68. Привет, Форба. Здорово. Добрый день.